На меридиане перевернулась легковушка. Пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, водитель десятки потерял управление. Это запись с камеры видеорегистратора. Видно, как большой груз перестраивается в соседнюю полосу, по которой летит легковушка. Шофер десятки начинает петлять по дороге, улетает в кювет, врезается в дерево, и машина переворачивается. Кто прав, а кто виноват в этом ДТП, предстоит выяснить инспекторам ГАИ. А это последствия другой аварии. На перекрестке улиц Воровского и Курчатова не поделили дорогу две иномарки. Видимо, один из водителей просто не пропустил другого. В результате ДТП одна машина лишилась бампера, у другой серьезных повреждений нет. Из-за аварии на несколько часов на этом участке дороги образовалась огромная пробка.